Все четыре фамилии совпадают. Какие четыре фамилии? Да был у нас тут старичок-сердечник. Приехал телевидение, так он выдал. На нас, говорит, ставят опыты. И сказал, что эти четверо умерли в кардиологии. От экспериментальных препаратов. Я его хотел расспросить, но не успел. Он умер в этот же день. Так и что ты думаешь, твоя жена этими лекарствами занималась? Она узнала, что не смертельно опасно, и рассказала все своему начальнику, Шевцову. И он решил ее убить. Ну, допустим. Да не допустим. Это он сочинил этот дневник, чтобы замаскировать убийство под самоубийство. И настаивал, чтобы я его уничтожил. Чтобы я не узнал дату создания файла. М? Ну? Че ну? Ну что сидишь, следователь? Давай! И чё? Бежать прямо сейчас этого Шевцова арестовывать, что ли? А почему нет-то? Ты вообще в курсе, что этот бизнес фармацевтический, он весь криминальный насквозь? Да. Вот ты же занимаешься криминалом? Вот иди занимайся криминалом. Не, брат. В эту телегу просто так лезть нельзя. Все не выясним до конца. Может, таких дров наломать. Ты боишься, что ли? Да 5:25. Ладынин, у тебя нет ничего, по сути, вообще. Одни домыслы. Ну, значит, я сам. Сам? Сам ты должен лежать тут и выздоравливать. Все, мне на работу пора. И знаешь что? Пообещай-ка мне одну вещь, что пока у тебя эта дырка твоя не затянется, рыпаться никуда не будешь, а потом поговорим. Идет? Да, знаешь что, пошел ты вот на службу к себе. А ты давай лежи, дырку свою затягивай. Алло? Я слушаю, говорите. Алло? Перезвоните, пожалуйста, вас не слышно. Ольга Сергеевна, это Леня. Ой, Леня, здравствуй, очень рада тебя слышать. Ольга Сергеевна, вы... У вас когда-нибудь было такое, что... Не знаешь. Что не знаешь, Леня? Что делать, не знаешь. И вообще... Да 100 раз у меня такое было, Лень. Алло. Алло, Леня. Ну, знаешь, что самое удивительное? Но всегда находится выход, Лень. Алло. Алло. Здрасте, на Маяковского. Поехали. О, не смотрите на ноги, тоже, знаете, не люблю без педикюра. Ничего страшного, на Маяковского сделаете. Там есть, да? Леня, вот сейчас я тебя удивлю. Вот смотри, ты, наверное, думаешь, что психиатр должен всегда человеку говорить, что все будет хорошо, да? Все равно же ничего хорошо не будет. Да вот именно, Леня. В смысле? Вот есть одна американская женщина, психолог. Вот она утверждает, что внушать людям оптимизм вообще вредно. И она придумала такой метод. Луп называется. Ты английский знаешь? Ну, да, немного. Ну вот смотри. Луп – это первые буквы 4 слов. Первое – W. Wish. Вот что такое wish? Ну, хотеть вроде, да? Молодец, правильно. Ну, хотеть – желание, да? Первое – O –
– это outcome, результат. О, второе – это obstacle, препятствие. И последнее – P, план. А вот теперь смотри. Как связаны желание и результат? Ну, вот, например, желание поехать на море. На море было бы классно. Я там, правда, всего один раз был. Ну вот. С мамой и с папой ездили. Вот, смотри. А какой результат мы ждем от поездки на море? Ну, загорелыми приехать, там, ракушки привезти, не знаю, фотки. Прекрасно. Ну, наверняка у тебя есть какое-то препятствие к этому. Какое? Ну, а с кем я поеду-то? Вот. Ну, значит, надо придумать план, который поможет тебе обойти это препятствие. Ну, теперь понимаешь, чему учит эта женщина-психолог? То надо все обдумать самому, и все получится, если думать шаг за шагом. То есть, главное – это план? Нет, самое главное – это желание. План придумается. Ну вот смотри, в нашей истории с морем. Ты же сам спросил, с кем я поеду. Вот, значит, остается только найти такого человека, понимаешь? Лёнь! Бабушка идет. Бабушка пришла? Ну хорошо, иди к бабушке. Подумай так сам. Тебе же наверняка есть еще много каких-то желаний, да, Лёнь? Пока. Лёнь, а ты почему на подоконнике сидишь? Я воздухом дышал просто. Ну и куда ты намылился? Ты что здесь делаешь-то? А ты что здесь делаешь? Обещал же не рыпаться, пока рана не заживет. За мной следишь, что ли? Ну не пускай же тебя к этому Шевцову шашкой наголо. Шевцов – это мое дело. Стой, подожди. Хреновое твое дело. Ты пойми, Шевцов – это не твои больничные персонажи. Он реально крутой перец. И что ты предлагаешь? Ну, куда не денется твой Шевцов, я тебе обещаю. Пойдем. Куда? Носки тебе купим. Пошли. Потом по гостям ходить будешь. У меня только 100 рублей. Ну, у меня еще полтос есть. Слушай, я не ношу такие дешевые носки. Разрешите? Заходи. Борис Григорьевич, хотите кино посмотреть? Кино? Я вам сейчас запись покажу. Видите мужика? Ну? Это следак. Я же раньше в полиции работал. Я его там видел. А этот с ним приехал? Не, попозже. О чем говорили? Ну, тот, который приехал, хотел к вам идти. А следак его вроде бы как это, ну, отговаривал. Вот что. Узнай подробнее об этом следаке. Хорошо. Свободен. Понял. Когда надо было девочку искать, ты в больнице целый штаб развернул. А сейчас что, в кусты? У тебя вообще что в башке? Девочку искать надо было срочно. Счет на часы шел. Интересно, а что? Убийцу моей жены искать не надо? Какого убийцу? Доказательства где? Ищи! Ага. Ветров в поле. Может, ты вообще на этого Шевцова гонишь? Как говорится, по причине личной неприязни. Ты сам этот список нашел. Ну и что? При чем еще убийство? Список – это не улика. Ладынин, послушай. С препаратами, может быть, реально мухлевали, я не спорю. Я придумаю, как к этому делу подкатиться. Но Шевцова пока не трогаем, категорически. Ну, мы, кажется, все обсудили. Еще вопросы есть? Все свободны. Пожалуйста, на свои рабочие места.
Вы ладынское заявление подготовили? Он все равно еще на больничном. Выйдет, уволим. Валентина Ивановна, я понимаю, что он вам удивительным образом дорог, но знаете, есть вещи и подороже. Это вы о чем? У вас что, память девичья? До тестирования? Он уже добрался. Хотите, чтобы закупки раскопал? А то, что в министерстве голые полетят, не только у нас. Это не ясно? И крайними окажутся... Хорошо. Я все подготовлю. Да не хорошо, а спасибо, Олег Романович, за проявленную мудрость. Ну ладно, Валь, все нормально, пошли. Вот, посмотри, здесь нужно разобраться. Добрый день. Здравствуйте. Пирожок к себе. Здравствуйте. Здорово. Ты одурел, что ли? Ты в палате лежать должен? Это кто сказал? А это, знаешь, как в том армейском анекдоте. Мне кашу положено, а оно тут не положено. Перевязку сделай. Ну, я-то сделаю. Так. Ну и где ты был? Тебя лечащий врач искал. Помнишь, я тебе говорил про Настин дневник? Так. Он был написан после ее смерти. Не понял, это как? Додумался залезть. Посмотреть дату создания файла. Я думаю, что это Шевцов сочинил. А, тогда понятно. Так, ну давай посмотрим. Он мне сразу же не понравился. Еще на похоронах. Мутный какой-то. А! Блин, почему так больно делаешь? Терпи. Ну и зачем ему это? Чтобы замаскировать убийство под суицид. Убийство? Да. Какое убийство? Ты думаешь, ее убили? Зачем? Есть кое-какие догадки. Ну давай. Делись догадками. Не томи. Нет, не расскажу. Не хочу сейчас выглядеть в твоих глазах идиотом. Ну все. Все, спасибо, я поехал. Ты идешь, что ли? Быстро в палату, ложись и отдыхай. У меня дома много дел. Мне надо залезть еще в Настин ноутбук. Так, во. На такси себя возьму. Нет, нормально, а? А на пирожки мне? Пирожки. Пирожки вредно. Что случилось? Ладынин приходил с каким-то следователем. У входа крутились, потом уехали. Мне охранник видео с камер показал. Почему решил, что к тебе? Он разговор слышал. Тут теперь стратегию надо продумать. Ну, думай, думай. Только на трезвую голову. Ой, здравствуйте. А где наш больной? Поправился? Уже ходит? Может быть, вышел куда-то. А телефон потерял? Может быть, зарядка села. Очень своевременно, как все у него. Здравствуйте. Где ваш пациент? Здесь должен быть. Лечащий врач должен отвечать за него. Почему ваш больной где-то ходит? Так ведь и больной-то непростой. Простой-непростой, а не будет лечиться, получит прогул вместо больничного. Так ему передайте. Оба. Извините, пожалуйста. Хорошо. Алло? Ты чё, не пойму, попрятаться решил, что ли? Я болею. Ты по жизни болеть собрался, размазня. Сынок папенькин.
Никакой я не сынок. Сюда, слушай. Завтра в 12 с бабками на пустыре на Макаренко. Ты меня понял? Понял. Понял, на Макаренко. Я все решу. Ма? Да? Представляете? А где? Ларек на планерной украли. Это что? Этот. С товаром. А тут ничего интереснее. Почему этот-то? Сколько можно ругаться? Взрослые же люди. Не приехал еще. А что? Что ты хотел? Ма. Он тебе изменяет. Ну что? Думал меня удивить? Ты поэтому ходишь такой расстроенный в последнее время? Расстроенный? А ты что, не расстроена? Ну, видишь ли, мы с папой слишком долго вместе. И каждому человеку может захотеться. Ну, некого разнообразия. И что теперь, пусть гуляет? Ну, как ты понимаешь, папа не хочет, чтобы я об этом знала. Как ты думаешь, почему? А, потому что он хочет и на елку сесть, и все остальное. Потому что он бережет меня. Потому что он бережно относится к нашей семье. Мам. Он дорожит семьей. Да ему это просто удобно. Ну, а как было бы лучше? Лучше бы, чтобы я начала все рушить, да? Скандалить. Кому от этого было бы хорошо? То мне кажется, что человек должен нести ответственность за семью. Особенно он несет ответственность. Да. Несет. И я несу ответственность за то, чтобы здесь был мир. Понял что-нибудь? Пойду подумаю. О, это ты? Привет. Нельзя меня так пугать. Ты ушел из больницы. Телефон ты не берешь. Вообще ничего мне не говоришь. Вот это положить. Я тебе не мешаю? Откуда у нее столько? Не, ну похоже, что твой по-любому ей что-то дает. Тон 10. Мне капец. Труба нужна? У кого подрезал? Да ты гонишь, это мой телефон. Ага. Вот и я смотрю, что зарядки не вижу. А зарядку потерял. Не бери, я что заставляю? Мобила нужна. У моей сестры такой же был. Нормальная труба. Постой. Сколько?
Десятка. Чего? Десятка. Давай за пятерку. Нет. За пять, без зарядки. О, тут еще экран поцарапан. Ну все, за пять. Где он поцарапан? Вот. Это что такое? Ладно, пятерка. Привет. Привет. Проходи. Присаживайся. Ты всегда так завтракаешь? Нет, это только в твою честь. О, в мою честь. Да, обычно хлебну кофе и убегаю. А вот жил бы ты с Леней, одними бутербродами бы не отделался. О. Кстати, как у тебя с ним? Слушай, меня в больнице вчера никто не спрашивал? Спрашивали. Седлакова. Причем она очень сердилась. Чего хотела? Хотела видеть тебя в качестве больного. Не дождется. Ну, слушай, бежать надо. Ну, не торопись, еще есть 5 минут. Нет, спасибо. Вот видишь, какой никудышный. Почему? Бутерброды были очень вкусные. Правда? Последняя модель, 11-я версия системы. Высокая скорость работы, новый процессор обновленный. Все это влияет на качество связи, конечно, и звонка. Ударопрочный корпус и стекло. Или посмотрите другие модели. Крутой? А то. Дорогой. Вон тот, покажите. Да, пройдемте. Какой? Вот этот. Стой! Лови его! Давай без других зрителей. Тебе сейчас совсем не надо. Илья. Да. Ты куда вчера исчез из палаты? Если уж ты болен, то будь добр, лечись. Я лечусь, просто лечусь домашними средствами. А ты вообще в курсе, что такое трудовая дисциплина? У тебя больничный есть? Иначе это прогул. А, прогул с дыркой в боку? Так, пошли ко мне в кабинет, у меня к тебе серьезный разговор. Можно здесь поговорить? Я рассказала, серьезный. Кстати, дырка в боку. Как себя чувствуешь? Сейчас. Да. Вас беспокоит из салона сотовой связи по адресу маршала Говорова, 13. Спасибо, мне ничего не надо. Ваш сын. Что?
Он здесь, Леонид, ваш сын. Что с ним? Ваш сын украл телефон. Я сейчас буду. Илья, мы же не договорили. Потом, потом. Черт. Украл телефон стоимостью 30 тысяч. При всем честном народе. Как же вы допустили? С виду вроде приличный человек. Да не без нотации. Мне что, ментов вызывать или как? Или как? Я, конечно, понимаю. Совсем пацан. Поставит на учет детскую комнату. Иди сюда. Зачем жизнь портить? У меня у самого дети. Хоть бы кто спасибо сказал. Ну, народ пошел. Я слушаю, что произошло. Значит, вначале папа послал, а теперь папа, беги, спасай меня. Ты какого черта воровать пошел? Деньги очень нужны были. На что тебе деньги нужны были? У меня шиша на счетчик поставил. Я сегодня стрелку забил. Если я опять не заплачу... Ты почему мне не позвонил? Я же сказал сразу мне звонить. Я сам хотел решить этот вопрос. Сам он хотел решить. Сколько ты ему должен? 30. На, ключи, езжай домой. Где и во сколько у вас стрелка? На пустыре на Макаренко, 12. Ты что, с полицией придешь? Сам пойду. Все, езжай домой, закройся, никуда не ходи. Иди домой. О, Игорь, а вы Ладынина не видели? Ну как же, конечно, видел. Вас вместе с ним очень неплохо смотрелись. Я серьезно. А как и я серьезно, Ольга Сергеевна. Сначала вы серьезно думали, что я пырнула его ножом. Ну, тут виноват. Я, так сказать, пофантазировал на правах друга. Ну уж извините. Куда он мог деться? В кабинете его нет, думал, на перевязку пошел. Процедуру тоже нет. Действительно, куда он мог деться? Да вы Ладынина просто не знаете. Вот с ним свяжетесь, и потом всю жизнь будете думать, куда же он мог деться? Ладынин – это американские горки. Ольга Сергеевна. Любите американские горки? Люблю. Я вот кривые зеркала не люблю. Замысловато, но остроумно. Здравствуйте, ребятки. Здорово. А ты кто? Разве не видно? Капитан Америка. А я не понял, а где пацан? Я вместо него. Ну, что ты хочешь, папаша? Что нужно сделать, чтобы ты отстал от пацана? Давай сотку, и тема закрыта. Да ты не охренел? Вообще, деньги-то зарабатывал, не торгуя травой? Отец, что за печаль, я не пойму. Ты кем работаешь? Да в больничке наш, докторишка. А, и что, у докторишки нет баблишка? Или, может, ты это, взяток не берешь? Или что там тебе, типа, может, не положено по статусу? Ну, может, не заслужил, а? Ой, зря. Ты что? Ну, что ты делаешь? Ты тупой? Ну, ты видишь, кровище хлещет. Убьешь сейчас человека, а он денег должен. Ну что, 3 часа тебе хватит, папаша? Давай, здесь ждем. Пошли. Пошли. Илья Александрович! Илья Александрович, да... А что у вас лицо? Аркаш, у тебя есть деньги взаймы? Сколько? 5 тысяч точно в ординаторской. Спасибо тебе большое, друг. Но мне надо 20 побольше. У меня столько точно нет. Привет. Слушай, привет. Дай денег взаймы. Мне шотка нужна. Откуда? Мы не Рокфеллеры. Слушай, я думал, у тебя только на живое. Артур, я отдам, мне просто надо срочно. Ну, клянусь, нету, вчера все маме отправил. О, могу послезавтра занять. Мне сейчас нужно. Ну, займи у Маркина до послезавтра. Маркин, вообще последний человек, у которого я что-то буду просить.
Привет, денег одолжи, а. Ты наглый, Ладынин. Ну, я же извинился. Ты вообще умеешь это делать? Ладно, спасибо. Не за что. Да. Здрасте. Спасибо. Можно, Илья Александрович? Что вы хотели? Выписываюсь я. И так задержался у вас. Поздравляю выздоравливать. Ого, где это вот так? Что вы хотели? Ну, помните, мы говорили, как мне документы вам передать? По коррупционным закупкам. Вот запишите свой телефон. Ага. Сегодня позвоните? Вам это не важно? Все, я понял, я принял к сведению. Сегодня не имеет времени. Когда важно, так не говорят. Я понимаю, вам не до того. Я вам на днях обязательно позвоню. Спасибо. Простите за беспокойство. Выздоравливайте. Угу. Слышал, тебе деньги нужны. Могу помочь. Это откуда такая щедрость? Услуга за услугу. Нужно одну овцу наказать. Это тебе кто так? Какую овцу? Заведующее отделение диагностики. Кудрявцеву Нину. Ну, например, левый пациент. Люди я сам найду, тебе нужно только оформить. Ты что-то с кем-то меня путаешь. Ну, Ладынин, ну, слушай, ну, ты же бесплатно людей налево и направо валил. Валилка сломалась не за бесплатно, а за дело. Странно у тебя понятие справедливости. А ты знаешь, что она хочет подсидеть Седлакову? Вообще фиолетово. Ну, что ты выделываешься, Ладынин? Тоже с ней спал, что ли? Тоже. Ладно, проехали. Денег сколько хочешь? 40, 50, 100 тысяч. Я хочу, чтобы ты дверь закрыл с той стороны. Пока. Дурак ты, Ладынин. Добрый день. Я по поводу машины. Да. Да, хорошо. Только мне нужны наличные сразу. Хорошо. Опа, идет. Гутен так, считай. Папаш, с тобой приятно иметь дело. Конечно. Я хороший папаша. Все правильно? До свидания. До свидания. Па, это они тебя так... О! Ты что думаешь, что у твоего отца может какая-то шантропа побить? Все, ты больше никому ничего не должен. Спасибо. Отвезешь меня до бабушки? А то я уже как бы из школы должен вернуться. Она волноваться будет. Так я не на машине. Ты продал ее? Знаешь, что самое ценное произошло в последнее время? То, что все проблемы ты хотел решить сам.
Но ты же ругался. Ругался. Только ты их решил сам, а не я. И это здорово. Вот такие мы с тобой, блин, самостоятельные. Пожалуйста. Что это? Это я тебе кофе заказал. Спасибо. Я вчера с Ольгой Сергеевной разговаривал. С кем? С психиатром из больницы. Ну, я ей позвонил. Она крутая. Так, интересно. И о чем вы говорили? Ну что, человеку не нужно говорить, что все будет хорошо. Его нужно научить... как там? А, человек сам должен придумать себе цель, ну, желание, придумать препятствие и сочинить план. Но самое главное здесь — это план и желание. Вот. Да, действительно, она крутая. Па, у меня скоро каникулы. Давай на море съездим. Почему бы нет? Давай. Заведующего экспериментальной лаборатории я предупрежу. У нас там свой человек. Ну, потому что береженого, как говорится, Бог бережет. А то наш общий друг начал проявлять чрезмерную активность. Прошу, на дорожку. Разве что капельку. Хороший коньяк. Да. А что вызвало активность нашего друга? ЧП в кардиологии. Какое же? Обращайте внимание. Нелепая история со старым маразматиком. К нашим непосредственным проблемам отношения не имеет. Но рикошет едва не сработал. Он что-то знает? Ну, знать он не может. Возможно, догадывается. Но в любом случае в больнице его скоро не будет. Вот это я и хотел услышать. Да, вопрос можно считать закрытым. Тогда поеду с легким сердцем. Добро. Всего хорошего. Фигаро тут, фигаро там. Ого-го-го. Это ты так Шевцова на чистую воду выводил, что ли? Че ты орешь? А что? Нет. Ай, господи, какой же ты все-таки... Трепло. А что сразу же трепло? Я что, кому-то растрепал, что ли? Да ты по жизни трепло. Я вот 100 раз зарекался, тебе ничего не рассказывать. А чего рассказываешь? А вот если ляпнул, то уж извини. Мне тоже интересно. Интересно. Как ты ни во что не врубаешься. И знаешь, как говорят, лучше с умным потерять, чем с дураком найти. Это про тебя. Так, стоп, подожди. А что же я с умным приобрел, а? Вот что я приобрел-то? От тебя проблема одна. Что бы ты делал без моих проблем в своем приемном отделении? Ну и что? Скучал бы. Знаешь что? Тебя Ольга спрашивала, кстати. Здрасте. Ой, здрасте, Машенька. Фигаро тут, фигаро там. А вы-то что здесь делаете? Рад видеть, Илья Александрович. О, как-то вас. Вам идет. Я-то по делам заходил, а лучше скажите, что вы вчера делали у нашего НИИ. Откуда такая информация? Охрана у нас не дремлет. То ночью ко мне вваливаетесь, то днем крутитесь. У вас ко мне какой-то конкретный вопрос? Да, собственно, проходил мимо. С другом встречался. А друг старший оперуполномоченный. Давай тебе на чистоту. Какой был вопрос ко мне? На чистоту? Да, собственно, никакого. В кошки-мышки будем играть. В жмурки. Вызывали, Олег Романович? Да, вызывал. Шевцов приходил еще, ему пришлось объяснять. Что объяснять? Вашу нерасторопность объяснять, Валентина Ивановна. Я Шевцову клялся и божился, что Ладынина мы уволили. Вы уволили Ладынина, Валентина Ивановна? Нет его. Утром пришел и убежал. Олег Романович, я все помню, все сделаю. У меня за это голова болит, не меньше вашего. Голова у вас болит? Давайте я вам расскажу, что у меня болит. Не надо. Лучше давайте обсудим кандидатуру вашего нового зама по КР. Ну, нет у меня пока кандидатуры. Я размышляю. Надеюсь, это будет не Глеб Олегович? Ой, знаете что, Валентина Ивановна, с Глебом было бы гораздо легче, чем с вашим протеже. Черт. Помнишь, я тебе говорил об апробации лекарств для нейфармакологии? И я тебя послал, да? А что за тайна? У нас ведь должна быть отчетность. Ну, поищи.
Слушай, если выяснится, что вы что-то там нахимичили, и люди, про которые говорил Давыдов, погибли от некачественных лекарств, знаешь, что начнется? Не зря твой папаша развил такую бурную деятельность. Ладынин, забудь. Смотри, как бы тебе самому не понадобились кардиопрепараты. От кого шли препараты? Я вот забыл, как ты там говорил. Пожалуйста, дверь с той стороны закрой. Ваш чай, пожалуйста. Спасибо, Катенька. Так, в рамках нацпроекта «Здоровье» в больнице было закуплено медицинское оборудование, в том числе электрокардиографы и кардиовизоры по существенно завышенной цене. Кардиовизор — это что? ЭКГ-мониторы. То есть на деньги федерального бюджета. А, вот. Была предоставлена субсидия. Сумма ущерба составила около 30 миллионов рублей. Я еще не все собрал. У меня там договора были и накладные. Откуда вообще у вас эти документы? Ну, я работал в этой компании. Я заметил, что они что-то мутят. Ну, а потом, когда эти документы ко мне попали случайно, я сразу все понял и скопировал на всякий случай. То есть хотели поднять вопрос о коррупции? Но кто же вам раньше мешал это делать? Раньше я ради семьи жил. У меня жена и сын были. В аварии погибли, а я вот инвалидом остался. Так что теперь мне особо терять нечего. Ну что, вы все очень правильно сделали. Кое-какие наработки у нас уже были, а вот этих документов нам как раз очень и не хватало. Спасибо. Спасибо вам, значит. Можно еще людям верить, да? Спасибо вам. Спасибо. И правоохранительным органам верить можно, да? Пришел наконец-то. Ну, в общем, все это мне очень неприятно. И ты знаешь, я делала все, чтобы тебя отстоять. Это прям какая-то военная терминология. Так не мы начали войну. Ты ее начал. Ты помнишь, как я тебя просила? Я тебя просто заклинала. Ну, будь ты помягче. Считайся с людьми. Что-то не помню. Это вы, наверное, у себя в уме меня заклинали. Ладно. Все с тобой понятно. Вот. Давай. Подписывай по собственному желанию. Нет, 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 я ничего подписывать не буду. Я еще не всех преступников поймал в этой больнице. Ну, посмотри на себя. На кого ты стал похож? Лицо избитое. Вечно твои идиотские шуточки. Тебя же за версту нельзя в больницу пропускать. Это вы сейчас меня уговариваете? Или свою совесть? При чем здесь моя совесть? Моя совесть чиста. Уверены? Поровну поделились или Федул все себе забрал? Что? Ты соображаешь, что ты говоришь? Ты вообще о чем? Про оборудование, которые вы закупили на 30 миллионов дороже, чем оно стоило. А почему ты считаешь, что я к этому имею отношение? Потому что на документах стоит ваша подпись. Илья. Что случилось? Где ты был? Что у тебя с лицом? Да ничего страшного. Ничего. Это я решал Ленина проблему. Я должна тебе признаться, я говорила с Леней. Да, он мне говорил. Да? Я должна была сама, но просто я не решалась тебе сказать, не знала, как ты к этому отнесешься.
Ему было плохо, нужен был какой-то взрослый человек. Ну да, пап, ты не был рядом. Да нет, Илья, тебя никто не винит. Все понимают, что у тебя куча проблем. Наоборот, он тебя очень любит. Да нет, я разве что-то сказал, ты молодец. Да? Мне рассказал, как надо было придумать желание и строить план. Вот он. Угу. Все. А ты сейчас домой? Да нет, надо решить еще одно дело. Послушай. Знаешь, что я сейчас самое главное слышал? Что ты оказалась для моего сына другом, когда я оказался слабаком. Подожди, а я тебе кем оказалась? Риточка, выпьешь с нами? Нет. С вами скучно. Вы говорите на каком-то птичьем языке, я все равно ничего не понимаю. Вот у женщин удивительное свойство. Умудряются оставаться чистыми. Завидуешь? Слышал, где-то в Сибири посадили замминистра здравоохранения. Начальник отдела централизованных закупок. По какому обвинению? Да все по такому же. Через свою фирму закупали медицинское оборудование. 120 миллионов ущерба государству. Что значит «по такому же»? А все тайное имеет свойство оказываться явным. И порой угрозу может представлять собой не могущественный следственный комитет, а какой-нибудь жалкий инвалид. Это ты к чему? Просто к слову. Ну, знаешь, такое случается с теми, кто жадничает и не делится. Потому что делиться надо, во всем должна быть справедливость. За справедливость. Сейчас. Да. Это Ладынин. Я сейчас еду к вам, диктуйте адрес. Илья Александрович, я вас жду. Партизанская 40, квартира 22. Все, буду минут через 15. Партизанская 40. Хорошо, поставляю. Да не ест он ничего. Нервный какой-то стал. А что, отец? Отцу не до нас. Я уж даже не помню, когда он последний раз к нам заходил. Будто не понимает, что никакая бабка родного отца ребенку не заменит. Да не умеет он с Леней. И никогда не умел. Ну да. Алло, алло, да, пап, привет. Слушай, а нормально будет, если я к тебе жить перееду? Нормально, Ленька. Очень нормально. Ну, все, тогда давай, до встречи. Происходит. Что вы делаете? Отпустите меня! Срочно скорую. Тут мужчина выпал из окна на Партизанскую 40. А я его знаю. Это мой сосед с пятого этажа.
Я тоже его знаю. Он после смерти жены и сына жить не хотел. Так и думал, что он руки на себя наложит.